сдадимся, не дрогнем пред вами, ведь на волнение не нужно. И подбодрим всех такими словами. Всегда побеждает лишь дружба. Финал поэтического чемпионата объединил 5 дружных команд. Они прошли все отборочные испытания и доказали, что рифмуют свои мысли лучше остальных. Любовь и поэзия для Дарьи Гаврюшенко – неразрывное целое. Девушка рассказывает, лучшие строки – результат душевных переживаний. Только так, в состоянии внутреннего смятения, и живет поэт. Когда тебя что-то внутри тревожит, и ты не можешь об этом думать, и тебе об этом нужно написать. Поэтический конкурс среди школьников стал традиционным. Он проводится в 5-й раз. Члены жюри делятся. Талантливых поэтов сейчас ничуть не меньше, чем в эпоху Серебряного века. Задача организаторов – помочь ребятам раскрыться, заявить о себе. Я вот недавно собирала организаторов и тех, кто непосредственно работает со школьниками. Может быть, стоит нам остановиться? Вот в один голос все сказали, останавливаться нельзя. Желаний очень много. Если кто-то скажет, что дети школьного возраста должны только ходить в школу, но уроки. Вот, я вам как директор школы там, с 24 этажем скажу, что делать скучное и неинтересное. Лучшие произведения юных поэтов будут опубликованы в городских литературных изданиях. В следующем году темой поэтического чемпионата станет грядущий чемпионат мира по футболу. Мария Иваткина, Дмитрий Тарасов. События.